Кстати, тортик будешь? День рождения. Ой, хэппи-бёрзды даже не спели. Братик, не у тебя день рождения, у Антона, но главное, что ты тортик съел праздничный, да? Все так быстренько. Часто пользуемся. Это мы у Антона на день рождения. Все, маска. О, они спасаются. А, они больные? Их специально посадили. Машина сбила. Я, кстати, наверное, так и кормят. Может, им дают. Их кушать. Красиво. Видите, все местные. Да, да? А ну, почитай, что там. Ну, короче, забрали у людей, которые хотели его оставить как животного. Он заболел. Ну, короче, люди хотели его спасти, оставить себе, но он заболел, и, кстати, они отдали его сюда. Нам 4 года. Какой красивый. Приветик. Еще голова крутит. Привет, малыш. Не шире, как удобно, на палочке. Ой, закрыли. Да, это вас сбил уже поезд. Поезд? Ой, кошмар. Только уехал, только улетел от своих родителей, сразу поездом. Ждал здесь. А попугаев не было? Не было? Тогда мне не подходит это дело. Что там, орлы? Братюсенька, как ты себя чувствуешь?